проект. После прыжка Аманов в двадцатку точно вошел. Александр Знищоль, 17 лет, молодому поляку. Как он с давлением справляется? Фантастика, а? Фантастика. Вот как Шлиренцауэр, да, в 16 лет появился, вот ему было на все наплевать. Прошу прощения за такое слово, но действительно, никаких, да, никаких авторитетов, ничего не признавал. Выходил, улетал там дальше всех, даже падал, да, что не мешало ему, конечно, о себе заявить очень-очень громко. И действительно, по-хорошему так нагло ворвался в элиту и...